Всем привет! Вчера мне пришла посылочка от Beauty Bomb. Это замечательный повод снять разговорное видео. Сейчас я по-быстрому покажу, что мне пришло. CC-крем, хайлайтер для тела, консилер, кремовая помада в 0,3 оттенке, бальзам для губ, такая палетка аквалайнеров. Положили масочку, это, как я понимаю, какие-то брелки и колечки. Каждый раз переживаю, когда пробую какой-то новый тон. Хотя, может быть, мне вообще не подойдет оттенок. Да. Затестить тон не получится, он для меня слишком темный. Придется использовать свой. Так, тон готов. Я надеюсь, что хотя бы консилер подойдет мне по оттенку. Окей, перекрывает он, в принципе, неплохо. Так, окей. Выглядит хорошо. Попробую намазать губы бальзамом. Выглядит прикольно. Воняет. То ли пластиком, то ли клеем, что-то такое. Просто чувствуется увлажнение, при этом не липко. У меня было уже много попыток сделать какое-то разговорное видео. Ничем они не увенчались хорошим. Как только включается камера, ты просто теряешься. При этом я спокойно общаюсь в историях в Инстаграме. Мне нравится этот процесс в целом. Наверное, потому что к историям в Инстаграме относишься легче, чем к полноценным видео. Почему-то они ощущаются как какая-то твоя работа. Хочешь, чтобы она была сделана идеально, чтобы это было красиво. Мне просто очень важно читать о том, чего бы людям хотелось видеть в моем профиле. Это правда помогает, особенно когда ты теряешься, когда у тебя пропадает вдохновение. И мне самой хотелось бы раскрываться не просто как голова, которая делает макияж, а как человек. Надо сделать румяна. Их мне тоже не положили, но тут есть помады. Я хочу их открыть и посмотреть, если оттенок подойдет, то я в целом могу использовать их. Посмотрим. Вот это уже вкусно пахнет. Погнали. Мне нравится. А что дальше-то? Я ничего не придумала. У меня нет никакого плана. У меня нет никакого фейс-чарта. Как это открыть? А, надо сначала отклеить. Ну, явно не для выведения тонких деталей. Начну просто с стрелочки. Что-нибудь такое. Что дальше? Допустим. Можно, к примеру, вот что-то такое. Нормальные вроде аквалайнеры, неплохие. Мне еще очень хочется попробовать вот это. Добавила в него воды. Не совсем пока понимаю, что с ним. Его практически не видно. Работать с ним можно, но сложно. Так, ну теперь, блин, и средний оттенок тоже надо использовать. Сейчас как пойдет, так пойдет. У меня еще есть фиолетовая тушь, но я ее ни разу не пробовала, я не знаю, насколько она плохая или хорошая. Ладно, давайте. Я забыла базу нанести. Это вообще без какой-либо базы. Будем использовать ее по назначению. Ну все, я сейчас доделаю, а вы там давайте.